Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон. Прежде чем начать, расскажу о судьбе своего аккаунта, если кто не успел прочитать комментарий в предыдущем ролике. Его мне восстанавливать никто не будет, но мне подарили 100 миллионов кредитов и 100 призовых суперигр. Звучит это, конечно, круто. Я купил уже всю недвижимость и выбил практически все тачки, которые у меня были. Но я потерял самое ценное, что у меня есть, это время на прохождение игры сначала. Да и выглядело это совсем не как извинение, а скорее как подачка или откуп. Кстати, на последующий вопрос, как этого избежать в будущем, мне не ответили, заявку просто закрыли. В общем, отношение разработчиков техподдержки и модераторов форумов оставляет желать лучшего. Лично мой совет – не нажимайте кнопку «Отмена» при синхронизации. Ну а теперь к более позитивному. Поздравляю всю мужскую часть своих зрителей с Днем Защитника Отечества. Со вступительной частью закончили, теперь самое время рассказать, что происходит в новом сезоне. На острове Fortune Island вас будет ждать 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. Но с поправкой, что вы не проходили их ранее. Призы неизменны. За первое место против драйватаров уровня эксперт во всех 3 чемпионатах можно получить по 3 призовых игры. На основной же карте вас будет ждать 2 сезонных выходки и целых 5 сезонных чемпионатов. За первое место против драйватаров уровня эксперт в кольцевой гонке в садах Princess Street вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и призовую суперигру. За первое место против драйватаров уровня эксперт во втором осеннем чемпионате сообщества вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и автомобиль из Final Fantasy Quartz Regalia. За первое место против драйватаров уровня эксперт в уличной гонке West End Эдинбурга вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и автомобиль Fire Lady Z94 года. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном спринт-кроссе в парке Холлируд вы получаете автомобиль Lancia Delta. И за первое место за чемпионат осенних игр вы получаете автомобиль Hot Wheels Bomb Shaker. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Субботний клуб». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Jaguar XJ220. Его можно получить в одном из гаражей раритетов, либо купить на аукционе. А все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Табун под капотом». Для его выполнения вам понадобятся грунтовые спринт-кроссы, на карте они выделены оранжевым цветом. А потребуется от вас выиграть 3 гонки в грунтовом спринт-кроссе. Следующее испытание называется «Очень полезный мотор». Для его выполнения ничего делать не нужно, просто необходимо накатать целых 32 километра. В принципе, мне хватило проехать магистраль 2 раза туда и обратно. Последнее испытание называется «Рожденный для превосходства». А для выполнения этого испытания вам необходимо разогнать свой Ягуар до скорости 354 км в час, что легко выполняется на той же магистрали. С испытаниями закончили, теперь переходим к наградам. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Из одежды в этот раз 2 легендарных и придурковатых костюма. Это костюм цыпленка и костюм зеленого человека за 600 очков. Автомобиль редкий, это Honda Civic CRX Mugen за 700 очков. Ну и главный приз за этот форзафон это Volkswagen Type 2 Deluxe Forza Edition за 450 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 28 февраля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!